Добрый день, друзья. 26 мая 2021 года. Я в Ялте на центральной набережной. Это площадь Ленина. И мы с вами сейчас пройдемся по набережной. Ну и посмотрим. Погода сегодня 25 градусов тепла. Но вода в Ялте холодная. 11 градусов. Ну все, друзья, идем, смотрим. Это площадь Ленина. Ну, уже работают аниматоры. Бомбардье Киргуду. Еще раз. Тадачи. Промазал. Кулачком давайте, кулачком. А я не прикалывайтесь, давайте. О. Молодец. Да, удар поставлен. Друзья, морские экскурсии. Вы проходите всю эту, только снимайте. Надо покататься. Вот, девчонка, вон билеты, вон там билеты, тут билеты. Это на теплоходе у вас, да? Да, на теплоходе билеты. Друзья, смотрим. Это «Ласточкино гнездо», «Минскор», «Ялта». О, наконец-то, давай пять. А ну, мама, дайте пример. Взрослый. Краба, да? 600 рублей, детские 500 рублей. Покажу вам теплоходы еще вот так. Вот такие большие, двухпалубные, красивые теплоходы. А Паустовский ходит? Нет, Паустовского нету. Уже нету, да? Спасибо, удачи вам. Это акватория Морпорта. И Ялта окружена горами. Чуть не врезали. Друзья, а это ялтинские всепогодные рыбаки. Яхты уже готовы к отплытию. Это катамаран. Это на рыбалку. Морская прогулка, рыбалка, телефон 8 978 761 2080, друзья. Осталось 15 минут до отправления. Подписаться можете, если интересно будет. Прогулка занимает 1 час 20 минут. Московское путешествие приглашаем закрытыми и проходим на посадку. В 12 часов 15 минут отправление. К знаменитому замку Ласточкино гнездо, курортный поселок Минскор, панорама горы Кубы, Юсуповский дворец, Дюльбер, дворцы Великокняжеской династии Романова-Воронцова. Прокаточные прогулки на яхте. Мы делаем город вкуснее. Предложение действует до 31 декабря. Я все придумал.
Ёлки. Яхта «Черная каракатица». Девушка, а подскажите, а ракета ходит? Нет, еще. Нет, ну будет летом ходить, да? Июня планируется. Ага, ясно. А цена примерно билета? По прошлому году была 500, 500 и 800. А, детские и взрослые, да? Нет, 500 стандарт, 800 комфорт. А, разные палубы, да? Ну, понятно. 800 это на носу. А, приоритет на носу. Ясно. Так, а что еще я хотел узнать? А время в пути? Почти 2 часа. Ну, это скоростной, да? Один рейс только туда-сюда, да? Спасибо. Друзья, ну вот с июня запустят ракету. Морская прогулка и экскурсия вдоль Крымского побережья в сторону Ливадийского дворца, замка Ласточкино гнездо, Мисхорского курорта, к Воронцовскому дворцу состоится в 12 часов 20 минут на комфортабельном теплом ходе «Эйлоу». Прогулка сопровождается подробным рассказом экскурсовода. Билет в кассе номер 1. Касса находится внизу у часовни. Желающий совершить морскую прогулку в сторону Лихитского ботанического сада, Гурзуфа, Паркунита, Карасана приглашаются на 12 часов 40 минут. Теплоход Александра Дорженко. Касса номер 1. Даша, это не живой, что ли, человек? А как он живой? Напугал. Молодец. Ой, красавец какой. Если видите, можете фотографировать на память, надо вставать. И удачи. Ялта, пальмы, тепло. Ну и вот был последний звонок. Выпускники ходят по набережной. Не работает. Приглашаю вас в посадку. Пожалуйста, не забывайте, проходите на
Друзья, Ялта есть Ялта. Это жемчужина у моря. Ялта, еще называют ее Ялита и Джалита. С вами канал Дневник коренного крымчанина. Подписываемся на канал, ставим лайки. И не забываем оставлять свои комментарии. Это сосны пиня, итальянская сосна. Сейчас подходим к узнаваемой композиции по рассказу Антон Павловича Чехова «Дама с собачкой». Так, на удачу надо собаке нос потереть. Хорошо. Идем дальше, друзья. Работает фонтан. Привет, друзья! Привет! Добрый день! Встреча в Ялте! Встреча в Ялте блогера «Дневник коренного крымчанина» и портала «Крым онлайн». «Крым онлайн». Ну, встретились. Очень ну и рады, пару да. слова скажите, пожалуйста. Друзья, передаем вам привет из солнечной Ялты. Приезжайте в Крым, смотрите «Крымчанина», подписывайтесь на нас. Коренного крымчанина. Коренного крымчанина. Подписывайтесь на нас, вместе смотрим Крым, узнаем новое. Ну и ставьте, конечно, всем лайки, поддерживайте каналы наши. Ну и обязательно я оставлю вашу ссылку в описании. На нашем канале будут тоже ссылочки, смотрите наше видео про Ялту. Спасибо, друзья, удачи. Вам тоже. Друзья, это Гранд Кафе «Апельсин». Сейчас мы зайдем, посмотрим. Друзья, это Гранд Кафе «Апельсин». И здесь же устрицы. 260 рублей. Это наша устрица с Дальнего Востока. И как мне тут менеджер сказал, что их привозят с Дальнего Востока, а они здесь уже доращиваются у нас на Дон-Узлаве.
И получается такая большая устрица. Все, спасибо. Хорошего дня. Удачи, ребят. Так, и цены. Завтраки с 9 до 12 часов. Сырники с печеным инжиром, сметаной, грецким орехом. 390 рублей. Каша овсяная с фруктами свежими 290. Омлет 4 сыра 290. Коктейль-салат с креветкой, авокадо 340 рублей. Ну, вот тут посмотрите. Это Гранд Кафе «Апельсин». Друзья, это огромный платан. Прямо на берегу Гранд Кафе «Апельсин». Друзья, это Михаил Иванович Пуговкин. Это Вадим Экстримов. Сейчас мы поднимемся наверх к нему. И открывается шикарная панорама на Вадима Экстримова. Да, и дневник коренного крымчанина. Правильно, да, все сказал? Совершенно верно. Ох ты ж, GoPro-ха, восьмая, да? Восьмая. И модуль. Поздравляю. А модуль зачем? Это вот такая штука, модуль. Микрофоны, здесь все-все можно подключить. Офигеть. Да, ну вот. А говорили, что не будете покупать пока что. Ну, пришлось. Друзья, ну эта сосна, она не сломана, это так ее нагнуло ветрами, штормами. Но ее не стали убирать, она как достопримечательность Ялты. Интересно. Друзья, с вами канал «Дневник коренного крымчанина». Вот такую прогулку я совершил по набережной Ялты. Подписываемся на канал, ставим лайки и не забываем оставлять свои комментарии. Друзья, еще будет много-много интересного. До новых встреч, еще увидимся.